Выявлять нарушителей на дороге за Водоуковским автоинспектором помогает беспилотный летательный аппарат. Трех человек удалось зафиксировать накануне. Техника позволяет за 4 километра увидеть опасный маневр. Например, когда водители пересекают сплошную линию и выезжают на встречку незадолго до начала отрезка с прерывистой. Часто нарушаете? Не бывает. Этот раз как так получилось? В больницу тороплюсь. Основные причины дорожно-транспортных происшествий на автодороге являются выезд на полосу встречного движения. Также является невнимательность водителя, очередность проезда перекрестков. Водителям могу пожелать быть внимательным в связи с тем, что переход на зимнее время сказывается на организме человека. Присутствует утомленность, сонливость. Так что берегите себя и ваших близких. Патрулировать региональные трассы с помощью дронов начали с июля. В Заводоуковске первый беспилотник запустили в сентябре. Он помог выявить 6 нарушений.